Нет, сейчас пробки на долго поэтому... Нет, пробки не чаще. Ну, кончается. Лице милости Твоей молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и все во Христе, братья наши. Еще молимся за всю братьев и вся православные христианы. Услышанный Боже, Спасителю наш упование всех концев земли и сущих в море далече, и милостив, милостив буди Владыка огре всех наших и помилуй нас, милостив Боже, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Мартирию, Зеленевскому чудотворцу, с умилением сердец помолимся. О пастырю добрый, наставниче наш, преподобнее отче мартирии, услыши еже к тебе ныне приносимое моление наше. Веме бо, яко духом с нами пребываеше, ты убо преподобней, яко имея дерзновение ко владыце Иисусу Христу, Богу нашему, и к причисти Богоматери, буди ходатай и молитвенник теплый о нас здесь предстоящих и молящихся, юже, и о нас недостойных рабов твоих живущих, зде. Ягода Твоим предстательством и молитвами невредимы прибудем, от бесов же и злых человек ненаветны, от всех бед и напасти свободне сохранимся, всем же отсюду приходящих в храм сей
молящихся Тебе с верою и поклоняющихся пред святой иконой Твоей, еже избавитеся от всякой скорби, болезни, напасти, милость мне поспеши. Даровать же православный мир, тишину, благоденствие, изобилие плодов земных, и от всех нас теплый предстатель ко Господу и помощник душам нашим будет. Яже отпуститеся нам согрешением нашим и молитвами Твоими, святи, избавитесь нам вечного мучения, и сподобитесь царствия со всеми святыми, да славу, благодарение, поклонение воссылаем единому Богу в Троице и славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благодати человеколюбием всегда ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, святых славных и всех вальных апостолов, и живо святых отца нашего, Иоанна, архиепископа Константинопольского града Златоустого, святого праведного отца нашего Иоанна, пресвитера Кронштадтского и вся Россия чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Мартирия Зеленецкого, святого великомученика Мины, святого мученика Виктора и святой мученицы Стефаниды, святого мученика Викентия, преподобного Феодора Студида Исповедника, блаженного Максима Христа ради юродивого московского чудотворца, святого мученика Стефана Гличанского, святого священномученика Евгения Пресвитера, святого священномученика Николая, иже верхним гнутый век, же памятно не совершаем, святого праведных Богу, Отец Иоаким и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и человека любит. С Богом хранимою их пастою,
сохранили в стране нашей российской народу, властям и воинству ее, и всем здесь предстоящим и молящимся Тебе, и сохрани их на многих.